Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Ну что же, продолжаем играть в игру Идол Герои. Давненько я по ней не снимал видосиков, хотя играю постоянно в нее. Так, ну что, давай, наверное, начнем. Да пойдем в гильдию. Давай в гильдии сейчас наведем порядочек небольшой. Нам нужно здесь... зайдем в рейд. Посмотрим. Ох, ну-ка. Так, секунду. Ребята, хотел еще вам сказать, как видите, у меня Дантариан 2 звезды имеет. Ну, 7 уровень у него. Также я Вейсу прокачал. Так, кто у нас там еще? Я уже, честно говоря, и не помню. По-моему, пока вот только Вейсу. Ну и Данте получил у меня 2 звезды. Сейчас, секундочку, мы здесь, ребят, с вами немножечко побуяним. Так. Я не знаю, мне кажется, что норму уже можно, наверное, и не брать даже. Как бы вот эти ребята справляются вполне. Так, давай-ка мы с тобой... что же сделать? Да, давай вон Джахру возьмем. Ну, естественно, оборотень, по-моему, у нас активен, да? Сейчас посмотрим. Да. Поехали. Бомбанем, как говорится, разочек. Ну, мы не будем здесь, да, долго смотреть, проматывать все это. Давай еще разок. Поехали. Мне, кстати, понравилось, ребята, что здесь вот после обновления можно пропускать бои. Ну, вы, надеюсь, поняли, да? Где раньше их нельзя было пропускать, теперь можно. А это у нас, я имею в виду, в плане испытания храбреца. Насколько мне помнится, вот здесь вот раньше, когда мы с вами дрались, нельзя было. А сейчас, видите, проскакивать бой и все. А может быть и можно было, просто я что-то не замечал. Так, ладно, давайте сейчас по-быстренькому здесь попробуем затащить. В прошлый раз у меня не получилось почему-то, к сожалению. Так, подожди-ка, нам нужно еще, ребят, с вами оборотни активировать. Да-да-да. Ой, а что так мало? Нифига там разборка полетов-то идет. Совсем мне это не нравится. Ну-ка посмотрим, сколько восстанавливает здоровье. По-моему, да, потихонечку. Так, ладно. Давай далее. Сейчас быстренько все это пробежим. Так, отлично. Давай сюда. Слушай, вот этот бой я хочу, ребят, посмотреть, если честно. Давай глянем. Блин, у меня у Кросса мало здоровья, ребят. Зигмунд этот. Черт бы его побрал. Ага, хорошо. Слушай, ну нормуль, нормуль, мы здесь разобрали этого паренька. Отлично. Тогда давай дальше. Ну, здесь мне не особо интересно, промотаем. Самый смак начинается, ребят, где-то... О, секунду, вот это вот надо глянуть. Там довольно серьезный такой противник у нас. Ага. Блин, Камус тут еще... Ну, не... Все равно разорвали. Отлично, мне это нравится. Я думал, что все-таки... Вот после 9-го начинается, как говорится, самый смак, ребят. Самые такие бои жесткие. До 9-го уровня можно идти себе спокойненько. Так, давай-ка мы здесь тоже быстренько пролетим. Так. Ну, а вот здесь уже, наверное, я думаю, можно и смотреть. Начинать. Поехали. Так, кто тут у нас... Но, в принципе, ничего здесь особенного нету. Смотрите, все стали брать к себе Зигмунда. Зигмунд же его звать, да, по-моему? Может быть, я что-то путаю? Ой, вообще вата, сейчас разберем его. Блин, надо было промотать. А, ладно, с удара его накрыли. Почему такого не дают мне в последних боях, а? Одиночку, блин. Так, ох ты, ох ты. Надо обязательно глянуть. Что это у нас за противник и с чем его едят? Ядрить тебе ногу. Нифига тут дядя такой. Ёпрст, нифига он... Да он достал. Он... А чё он постоянно бьет-то? Молниями, и он даже без передышки. Ёпрст, это... Вот если бы мы его сейчас не застанили, я думал, он сейчас бы бомбил бы на постоянку бы. Жесть. И мы победили еще как-то. Причем у него упал последний боец. Но мы почему-то победили. Ладно, давай попробуем. Черт, я даже не знаю, как тут мы будем с вами справляться.
Бред, это жесть какая-то. Так, давай-ка мы, наверное, здесь... Хотя, ладно, попробуем. Я хочу это все дело посмотреть. Сможем здесь пробить или нет? Что-то мне кажется, что вряд ли. Сейчас Джахра бомбанет. И будет очень больно нам. Совсем не отнимаем, ребят, здоровья. Блин. Дракон этот со своим критом. Не, ничего здесь не получится у нас. А может быть получится, но... Выжило-то всего двое. Хорошо, ладно. Предпоследний. О, ну здесь-то понятно. Здесь мы его разберем. Так, давайте последние свои остаточки заберем. Так, ну. Бум. И последний, ребята, у нас этап. Ну, на нем мы стопудово спекемся. 15-й. Ой, нет. Тут бесполезняк. Ты посмотри. Вот эта вот троечка тут. Рос, Эйс Блинктон. Ай, да. Кальмар. Ну, в общем, сейчас нас тут разберут. Ну, я посмотрю, ребят. И я думаю, что вам тоже будет интересно посмотреть этот разбор полетов. Так. Да, всадник уже упал. Буря упала. Ну и все, ребят, тут уже разобрали. Черт подери. Эх, жаль, жаль, конечно. Не хватило нам чуть-чуть. Да. Но тот противник, согласитесь, был крутой, который разобрал мне практически всю пачку. И то благодаря этому чувачку, который постоянно бомбил молниями. Я не знаю, кто это такой, откуда он вообще взялся. Но он бомбил эпично. Просто... Мои даже не успевали, он через каждый ход, считай, делал удар молниями. Круто, конечно. Если кто знает, кто это такой, ребята, отпишитесь мне в комментах, блин. Попробую где-нибудь его найти, выловить. Как тебя звать-то, браток? Не этого чувачка, я имею в виду вот это, по-моему, Зигмунд, да? Так, давайте-ка мы здесь заберем все одним кликом с вами. И будем уже ежедневные задания с вами проходить. Так... Кстати, да, по ивенту, ребят, смотрите. У нас что идет? Всех получил. Ну, всех. Здесь вот этого чувачка все забрал. И лучницу. Кстати, лучницу я уже, наверное, могу прапать на 6 звезд. Только вот не знаю, стоит он того или нет. Ну, не знаю, Барри этот. Не хватает нам. Да, ребят, не хватает 4 персонажей 4-звездочных именно боевиков. Бойцов. А так... Ну, мне кажется, что он не Айс. Также у нас, видите, тут Михаил. Михаил же тебя звать? А, нет, Зирок, елки-палки, я попутал, ребят. Тоже не хватает маленечко. Ну и, по-моему, здесь тоже, да, не хватает одного персонажа, да. Ну, темных и светлых, как мне писали, очень тяжело собирать, качать. Не знаю, стоит ли мне на моих ранних, так сказать, этапах заморачиваться с этим. Смотрите, мы можем с вами, кстати, получить вот сейчас в данный момент нового героя, который вот здесь вот нам дается. Предположим, это вот это вот. Да? Смотрите-ка. А, нет. Почему-то я думал, что мы с вами... Сейчас, секунду. В рюкзак гляну. По-моему, я его просто не взял. Да, я его просто не взял, ребят. Вот. Но единственное, что хотелось бы знать мне, вот, стоящая ли вот это вот, кто ты такая вообще? Черный Асинта. Черт его знает, ребят. Подробности, кто она такая? Она у нас наставник. Наставничек. Пассивный навык. Так, пассивка. Получить атаку 50%. Наносит 75 урона 4 случайным врагам. Слушай, ну давай поменяем. Давай, все равно мне вот эти вот ребята не особо нравятся. Да, я хочу. Спасибо большое. И у меня остается только вот один Зирок. Ну для него нужен еще один 5-звездочный светлый герой. Ладно, пускай будет. Ребят, если что, пишите, нормуль, не нормуль. Мне интересно просто знать. Так, рюкзак. Тут у нас что? Забираем. Но прокачивать я не знаю, как это. Дубль потом вообще очень тяжело. Мне обычно-то персонажей проблематично прокачать. А тут этих темных, светлых. Так, давай выполним здесь задание. И вот это.
А вот эти ребята я пока трогать не буду. Мало ли они нам пригодятся. 7-6-звездочные задания. Так, это мы оставляем. Так, выполнить. Ну и давайте, наверное, будем уже заказывать, да? Тут возьмем. Так, обновить. Один раз только мне хватит обновить, ребят, потому что кристаллы все потратил. Может быть, конечно, это был глупый слив. Не знаю, хотел как лучше, ребят. Даже здесь не хватает гемов, ё-моё. Так, подарить сердечки. Ладно, это мы сделаем с вами. Подарить, отправить. Здесь, давай, давай босса мне. Угу. Гемы нужны мне, гемы, ребят. Так, запросики, запросики. Получаем. Так, в лотерею. Ну, поехали. Подожди-ка, какая лотерея, ё-моё. Снаряжение, а где? Вот, в лотерейку. 20 гемов, отлично. Обновим. Мне эти персонажи не особо нравятся. Да, не лучше, конечно, дали. Ну, фиг с ним. Давай, два раза крутанем. Еще разочек. Все. Кстати, надо посмотреть у нас в этом... В призове. Здесь все равно надо делать, да? Надо. Ересь какая-то, ребят, досталась. А здесь тоже ересь. Давай вот здесь еще попробуем. Да ё-моё, что ж будем делать-то? Однотипных выдавали мне. Давай здесь и вот здесь. Так. Длань Мидаса, да, вот здесь надо сделать нам. Все, получаем. Так, изготовить 3 снаряжения. Давай сделаем тогда с вами 3 снаряжения. И это будет... Блин, чуть только меч, что ли, могу сделать? Офигеть, а куда у меня все делось-то, эй? Ребятули? Ну, давай сапожки... О, сапожки. Нет, мы сделаем немножко по-другому. Просто 2 штуки сделаем, и все. Изготовить. Все, задание выполнено. Так, сразиться на арене. Ну, это проще простого. Блин, где же мне вот достать дубль на Валентина? Хочу его уже, ребят, прапать. На 6 звезд, блин. Хорош уже топтаться на месте. Так, первый бой сыграли. Давай второй бой затащим. Гемы — это хорошо. И третий бой. Все, отлично. Двигаемся далее. Так, подожди, 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 не это. Вот здесь вот, завершаем. Так, выиграть в рейде, вот рейд. Давай-ка с тобой прошуршим. Ну, да, я не могу понять, почему ребята сброс? У меня все стояло на месте. Это после обновления, что ли, так получается? Всех сбрасывают, или что? В чем проблема-то? Ну, вообще не порадовали в плане денег. Жидко, очень жидко. Давай здесь попробуем. Может, здесь фартанет? Ну, более-менее еще. Ну, жидко опять. И последний у нас здесь с магом. Так, давай. Давай по карточкам. Поудачнее, пожалуйста. Ага, стандарт. Да, конечно, поудачнее, блин. Ничегошеньки мне не дали опять. Так, собрать награды с комнаты. Давай, поехали. Получить. Уровень дадут, хрен там тебе. Сколько нужно для... Так, отряд. И здесь тоже сбросили. Да что за фигня-то? Так, давай мы с тобой поставим. Кто у нас был-то здесь? Давай кросса поставим. И вот так вот. Все, сохраним. Сколько там до уровня? Хотелось бы мне узнать. Так, ну... Угу. 400 тысяч, грубо говоря, еще опыта. Так, подземелье у нас, ребята, откатилось. Но смысла нет идти туда, ребят, потому что все равно меня валят. Еще пока слабенький. Так, не особо хорошее выпало. А здесь? Жаба. Так, здесь нам нечего делать, зачем сюда зашел. Так, пакет ценностей. Так, лотерея. Ага, еще 7 раз крутануть рулеточку нужно, да, нам? Даже не 7, а 8. А у меня есть? У меня 3.
Ладно, поехали крутанем. Там, по-моему, еще есть синие у нас суперские жетоны. Может будет еще и крутанут. Там, по-моему, один или два. Посмотрим. Так, души выпали и монеты. Стопудово монеты будут. Нет души. Ладно, хорошо, давай посмотрим теперь в суперской. Один. Карим. Кэрри, точнее. Оу, ну давай попробуем. Деньги, тут стопудово деньги, да? Ну, лям 200, как-никак. Хорошо. Так, что у нас? Сколько там еще осталось? 5 разиков, блин. Я могу за деньги, интересно, купить? Нет, только за гемы, ребят. А гемов у меня, как видите, нету. Печалька. В древе тоже ничего нету. В таверне я ничего не могу сделать. Круг призова. Ну, здесь давай последний призов сделаем. 3 звезды. Так, можем кого-нибудь замутить или нет? Нет, никого, ребят, не получается у нас мутануть здесь. Хорошо. Ага, нужен дубль. Потом вот этот чувачок нужен, пятизвездочный. Блин. Жесть, конечно, с ними, с этими темными и светлыми. Одна проблема, одна морока. Дай-ка я вот здесь вот выполню. Воевать, рейд. Забрали, отлично. Посмотрим, опс, ну-ка. Вау, четырехзвездочный на свет выпал. Нормуль. Так, ну в подземелье я не хочу идти, вот честно вам скажу. Надо вот здесь вот все-таки выполнить это задание. Ну, давай, давай, где ты там? Получаем. И я думаю, что нам надо будет кого-то, ребят, еще прокачать. Так. Здесь закончили с этим делом. Прокачать кого-нибудь из героев. Я лично вот Вейсу думаю, надо докачать до упора. Нехватка душ. Вот так вот, ребята, нехватка душ у нас уже пошла. Так, камень, повышение. Поехали. Повысить кристалл, да, хочу повысить. Запирание жизни, сколько там миллионов-то у меня? Маловато, да? Золота не хватает. Вот так вот, ребята, жесть конкретная. Ну что, вроде бы пока и все. Делать больше нам нечего здесь. В осиновое подземелье смысла идти нет, потому что меня разбирает. До суточки я не могу дойти, так и остановился на 50-м левле. Зато свободный остров откатился. Это уже хорошо. Значит, есть смысл, ребята, пройти его по-быренькому, если получится. Так, смотрим. Сундуки вскрываем. 25к это хрень. Так, 8 кристаллов это нормуль. О, фрагмент оранжевый, чудо вещи выпал. Так, еще один сундучок. Один осколок. Еще сундук, что-то тут многовато сундучков. Так, ну что же, попробуем. Блин, островов, конечно, очень много открыто. Не знаю, сможем ли мы здесь с вами разрулить эту ситуацию. Так, так, и последний у нас будет Рос. Так, оборотень активен, поехали. Все прошли. Все прошли, причем на изи, ребят. Смотрите, еще 7 этих нарциссов осталось. Так, ну что ж, давайте, помогайте мне, ребята. Вали, твоя очередь выступать. Я понял. Проматываем. 3 осколка ты мне дал. Давай еще разок бомбанем его. Оу, да он, наверное, сейчас мне поможет его и завалить. Почему-то мне так кажется. Мне даже участвовать не придется. А ну-ка. Да, я подтверждаю. Да, ребята, даже не пришлось участвовать. Круто, что я могу сказать. Забираем свою награду. Так, что еще можно сделать? Кстати, в осиновом подземелье можно, ребята, если только забрать. Там же ревард должен быть, да, насколько я помню.
спасти. Да, рейд завершен. Ну, неплохо. 348 тысяч. Камни повышения. Не-не-не-не-не. Даже не буду драться, потому что нет смысла, ребят. Время только зря тратить на них. Ну и пока все. В алтаре мы можем с вами кого-нибудь разобрать? Ну, пока никого не нужно. 5320. Можем с вами кого-то приобрести. Да, кстати, хотел спросить, ребят, вот, по поводу охотник за демонами. Стоит ее вообще прокачивать или нет? Кстати, мы можем сейчас вот дубль взять. Ну, а толку-то от этого? В плане прокачивать, почему я спросил, ребят, у меня, по-моему, две. Нет, я вру. Ребят, одна. Я почему-то думал, что у меня их две. Одну я, видимо, спустил, когда... Вейсу, да. Я Вейсу, когда апал... У меня их было две, одну спустил. Но все равно, вы мне скажите, стоит ли прокачивать вот эту вот героиню и брать ее в команду? Вот будет у меня такая вот у вас просьба написать мне в комментах. Ну что же, на сегодня пока все. Я думал, у нас что-нибудь хорошенькое сегодня выгорит, но почему-то не получилось. И мы уже с вами встретимся в следующей серии. Ну и, естественно, продолжим дальше играть в эту игру. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых видосиков.